Высота 2000 метров. Сейчас произойдет ваше отделение. Муж десантник, а Виктория о прыжке с парашютом раньше даже думать боялась. Страх высоты мешал. Но в парке «Патриот» все же решилась. Тем более, что здесь парить в воздухе можно, практически не отрываясь от пола, на специальном тренажере. Виртуальная реальность создает полное ощущение полета. Достаточно реально, да, за то, что еще обдувает. Вот это в настоящем полете, все это чувствуешь на себе, все это как перетягивается, наклоны и так далее, поэтому достаточно реалистично. Не только прыгнуть с парашютом, но и оказать первую помощь раненому можно было на исторической выставке. Силиконовый боец получил травму ноги. Задача посетителей – остановить кровотечение, защитить пострадавшего от вторичного заражения и ввести ему противоболевое средство из шприц-тюбика. Пистолеты 9-миллиметровые Ярыгина, пистолет бесшумный, автоматический пистолет бесшумный, снайперское вооружение, снайперская винтовка «Манликер», снайперская винтовка ВСС. Обозначить и получить информацию о поражении металлических мишеней на дальности до 1500 метров позволяет комплекс «Блик». Это датчик и прибор, гонг, пуля попадает, идет звук, и, соответственно, видит сразу, что идет попадание. Идет автоматическое оценивание. А вот войска радиационной, биологической и химической защиты продемонстрировали посетителям машины боевой разведки МБР. Они нужны для сбора проб и их экспресс-анализа. В воздухе, на земле и, конечно, в воде военные готовы исполнять свой долг в любых условиях. Насколько это непросто, посетители выставки прочувствовали на себе. С виду несложный тренажер по управлению маломерными судами оказался не так уж прост. Кстати, на нем можно было не только попробовать себя в роли капитана, но и виртуально оказать помощь утопающему. Программа объединенной исторической выставки большая и разнообразная. Окунуться в историю России и особенности разных видов вооруженных сил можно до 19 ноября. Евгения Августина, Карина Еряшева, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».